Всех приветствую, дорогие друзья, что гости, зрители моего канала, с вами Оскар Инк, и вы на канале Обзоры по кайфу. Сегодня у нас будет такая распаковка, сборка моего, наконец-то, удобного игрового кресла, вот. Поэтому полетели смотреть, как оно выглядит, как оно чего, где, короче, нашел на Авитецком, короче, вообще просто цена космос, сумасшедшая цена на Сбермегамаркете, оно стоило 22 тысячи сейчас, ну, с учетом кэшбэка, не кэшбэка. Там кэшбэк 8, то есть, ну, в итоге оно где-то около пятнашки стоит. Вот, на Авито я нашел за девятку, плюс я еще докинул, короче, продавцу с деком, потому что Авито не продает крупногабаритные, не пересылает товары. Докинул ему там разницу, что-то около трешки, по-моему, чтобы мне прям доставили, прям до дома, до хаты, чтобы с кайфом просто мне сегодня позвонили, алло, брат, все, ты на месте, я говорю, жду, ожидаю, не дождусь просто. Закинули мне вот такую вот коробку. Все нормально упаковано, все четко. Продавец сказал, что все новое, даже не разбирал. Ничего. Сейчас мы будем смотреть, как это все выглядит. Сейчас я это быстренько все распакую дело и будем собирать потихонечку. Короче, подраскрыл, подрасчехлил его туда-сюда. Ни хрена себе, реально, оно его вообще даже не открывали. Очень приятно. Купили его. Сразу чек, не чек. Вот оно вышло вот столько-то, в 14 тысяч. Коробка сама просто запечатана, реально. Knight. Professional Gaming Chair, Вася, это не шутки. Профессиональное игровое кресло. Что за анаконда вообще? Сейчас будем его расчехлять, смотреть. Но оно реально, походу, он как и написал, что реально. Я не думал, что прям вот настолько он его не открывал прям. Я думал, он прямо открыл, просто посмотрел. Оно вообще даже не распечатанное. Так, сейчас вот повытаскивал все с коробки. Было так аккуратненько вложено. Надо было подснять. Ну, что-то я заморосил. Крыса реально все новое. Все запечатано. Заводские упаковки, все. Просто если оно было бы открыто, оно бы вот так вот настолько упаковано не было бы. Мне очень интересно. Вот оно. Вот оно. Мягкая. Зимой будет тепло сидеть. Knight Outrider. Замочки. Сейчас, короче, все это подрасчехлю. Но что-то деталей слишком много. Тут какая-то бадьянка. Эти какие-то ножки отдельные, я понял. Это сам механизм. Это что? Это крышечки, боковушечки. И два этих подлокотника. Knight Outrider. Вот она такая, как кобра. Вот такая вот бомбовая штучка. Вот так вот. Сейчас это все подрасчехлю, подраспакую. И посмотрим, как это все будет. Это боковушечки, сидушечка. Все это надо будет аккуратненько тоже распаковать. И все, ехало. Так вот потихонечку начал распаковывать. Нашел вот такой вот косяк, какой-то форшмак тут. Ну, кресло-то новое, оно запечатано, вот они все запечатаны. Я сейчас разрезал коробочку. Какой-то, не знаю, дефект вот такой вот нашел я. Оттирал, оттирал, салфетка что-то не оттирается. Колесики, конечно, не как у Каугара, кто смотрел, тот знает. Какие-то такие маленькие. У Каугара они прям вот такие вот, прям здоровые такие, раза в два, наверное, больше вот такие. Ну ладно, посмотрим, как это все будет работать. Ну, понятное дело, и класс кресла чуть-чуть поменьше, чем у Каугара. Вот. Но мне сам факт нужен был, что оно широкое и сидушка широкая, что будет удобно сидеть. Остальное это все херня. Вот. Очень интересная крестовина. У Каугара она была... Крестовина такая, конечно. Не, ну, и, ну, вот я сравню, просто сравню качество вот этих всех материалов. У Каугара все четенько было, как бы это... А здесь момент такой, что вот это ножки, походу, они сюда будут насаживаться. Ну, посмотрим, как это все будет работать. В действии сейчас я соберу и по пути еще моменты буду рассказывать. Инструкцию, очень сложный какой-то механизм. То, как я представил, как это все собирать. Вон там вот эти, короче, бока, ну, боковая часть, которая соединяет спинку с сидушкой. Вот это все, вот эти все болтики, замкнуть можно просто. Тут целая портянка вот этих болтецких всяких. Это ужас, как много. Что-то слишком прям много тут прям.
Там что-то какие-то шайбы, там то все ужас как много. Реально что-то слишком до хрена. Очень много. Инструкция просто замкнуть можно. Ну ладно, где наша не пропадала, сейчас будем собирать. Так, сейчас я все подсобрал. Сейчас каждую штуку, вот эту вот, каждая звездочка сюда ставилась. И каждую надо закрутить, найти вот здесь вот, среди всех этих болтиков. И закрутить, как это муторная схема. Почему я не понимаю, почему нельзя просто эту всю звездочку положить всю одну спаянную или собранную уже. Ну вот эту вот, если сравнивать с Каугаром и Ардором, там такого не было. Там сразу одна целая звездочка была. Вот так вот, разница. Сейчас мы дальше буду собирать и говорить о моменте. Раскладка болтика угадания на кофейной гуще. Все вот это пораскладывал. Понадевал вот эти все гаечки. В итоге у меня осталась вот эта вот сдача. Запасные, видимо. Вот эти 6 штук. И вот эти вот. Тоже непонятно почему. Но этих 7. Ну да ладно, сейчас по ходу дела будем разбираться. Вот это все отдельно. На Калгаре это сразу встроено в сиденье была тема. Вот, поэтому сейчас мне придется вот с этим тоже тут все это встраивать, прикреплять и проверять, чтобы работало. Кстати, вот сейчас распаковал подлокотники. Подлокотники прям мега приятные такие. Очень мягкие, кстати. Вот такие они. Мягенькие. В Калгаре такие шершавые, но не очень приятные. Здесь прям реально очень приятные такие подлокотники. Посмотрим, как это будет в деле, конечно. Что они тут? Они регулируются вот так вот, короче. Как-то они вот так и по высоте. По высоте какие-то прям реально гигантские, что ли. Ну, очень приятные прям. Вот это прям удивлен я. Я что-то сижу тут, что-то прикидываю. И что-то мне не хватает, по-моему, болтиков. Сейчас и гаечек, вот этих винтиков, шпультиков. Сейчас буду разбираться, что с чем, как. Да, со мной происходит тут очень много гаек, болтиков. У меня голова просто уже тут кипит просто. Там те, которые кресло я покупал, там все это готово было, собрано. А сейчас это все надо собрать. Вот это здесь даже эта штука. Каждую штуку эту прикручивал. Ну, ездит быстро, хорошо. Ну, хорошо скользит. И здесь вон эта аппаратура, вот эта вот штука. Вот это если разрядится, как даст просто, то вот эта пружина сама опасная штука. Так, вот здесь сейчас прикрутил. Единственное, что немножечко вот эта вот штука налазит на вот здесь вот, на резьбу. Очень неплохо все придумано, организовано. Вот так это все выглядит снизу. Вот сейчас я прикручиваю. Ну, я прикрутил вот эти боковушки. Сейчас я прикручу сразу вот это вот вперед, вот эта вот штука должна смотреть, вот здесь у нас вперед будет. Сейчас это я прикручу, вроде все хватает. Нашел и еще один вот этот вот шурупчик. Не знаю, посмотрим, зачем он нужен, конечно, что-то я не совсем понимаю. У меня и без него неплохо собирается сейчас. Вот, ну как обычно, в лучших традициях. А нет, все нормально, здесь получается 2 штуки сюда и 2 штуки сюда. Вот, вот эти вот на низ идут болтики, коротыши. Сюда вот сейчас прикручиваем, потом спинку прикручу. И все, вот эти вот моменты тоже закручиваю. И кидаю, и все, и сиденье готово. В итоге получаем вот такое вот кресло. На выходе собранное. Сейчас осталось только вот эти вот штучки закрутить вот сюда. И вот сюда. Сейчас сяду, протестирую и скажу вам свои впечатления. Что я вообще считаю, что я вообще думаю. Здесь вот регулировка под правую руку. Все встало вот так четенько. Вот эти ручки. Очень высокие. Сейчас буквально штришки и резюмируем всю эту тематику. Так, в итоге все собрал, все нормально, подчекинил, все нормально, никаких, оказывается, запасных деталей не осталось, накладочки кинул, все очень аккуратненько все село, вот так это все делается, вот так вот все ездит, наконец-то подсобрал, уф, IDC, палестинская автономия, что за анаконда сейчас
регулировки чисто. Нормально, приятно такое. Сидушка. Нормально. По кайфу. Единственное, что, наверное, спинку я, наверное, сейчас посмотрим. Вот эта вот спинка. На чем она тут держится? Блин, она нахер тут ее. Как можно вообще отстегнуть ее? Вот эта вот спинка, единственное, что это непонятно. Мешает или что он тут делает. Я надеюсь, ее как-то можно отстегнуть. Ну-ка. Теперь другое дело. Вот это все. Это куда-нибудь зачекиню. Подушечка под голову удобная. Теперь сидеть можно с кайфом. Сессии нормально можно гонять, газовать. Кстати, пока все дело обозрить. Вот здесь вот очень хорошо, что вылет по ручкам. И он здесь не мешает. На Каугаре у меня ручка прям вот так вот была. И вот эти вот приподнятые были. Здесь вот все нормально. Поэтому мои золотецкие... Кресло бомбическое. Сейчас мы его еще отрегулируем. Очень мягко, подлокотники, по кайфу просто. Почему я его решил взять? Кстати, очень мягкий механизм качания. Ну, вот так вот чисто расчехлился и балдеешь. Очень удобно, потому что я в компах на нем играл. Как-то на компах сидел, что-то это зашел. Думаю, дай попробую. Оно еще качается. О-о-о. Чисто по кайфу. Сейчас этот механизм... Задвинем все. Ну-ка, так вот. Нет, но это такой механизм, который не шатается. Ну, его в любом, ну, в любом положении нельзя, короче, закрепить. Либо, короче, ты качаешься, либо ты сидишь, балдеешь. Чекинешься, мекинешься. Поэтому вот такой был обзорчик и сборка игрового гейминг чейр кресла. Вот. Как оно называется? Knight Outrider LTD. Вот, поэтому, мои золотецкие, от душинские, что посмотрели, спасибо за лайк, за подписку. Подписывайтесь на канал, будет очень много интересного. Всех с наступающим Новым годом. Суета неизбежна в любом случае, ебан. Жиз, блядь.